А работникам Севмаша и «Звездочки» сегодня вручили ведомственные награды за труд. Мероприятие приурочено к Дню военно-морского флота. Всего награды получили более 150 человек. В списке те, кто своим трудом внес большой личный вклад в развитие судостроительной промышленности. Свои благодарности работникам предприятий выразили Министерство промышленности и торговли России, администрация города и губернатор Архангельской области. В списке слесаремонтажники, инженеры-технологи и начальники отделов. Четверо работников Севмаша заслужили звание почетного судостроителя, один – почетного машиностроителя. На «Звездочке» сегодня также отметили тех, кто внес большой вклад при выполнении производственной программы предприятия. Это 150 сотрудников, слесаремонтажники, машинисты крана, инженеры-конструкторы, токари и другие специальности. Инженер по подготовке производства цеха номер 8 Юрий Фомичев заслужил звание «Почетный судостроитель».